Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисири. В этом видео будем с вами разговаривать касательно камня эхо анимакула, чтобы находить анимакулы и чтобы вам это было, так сказать, попроще, да. Потом со временем я устрою стрим по поиску всех. В общем, обо всем подробнее далее, друзья. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. Так вот, ребята, чтобы нам все это дело сделать, нам нужен чертеж. Без него никуда, естественно. Вы никак не сможете сделать ваш волшебный инструмент и так далее, но... Получить его можно только лишь одним способом, насколько я знаю, но он не чтобы прям сложный. Сейчас я вам покажу чертеж. Вот у нас, пожалуйста, инструкции камень эхо анимакула, алхимический чертеж. Подробные инструкции по изготовлению предмета камень эхо анимакула. Выучив их, вы сможете создать инструмент, который направит вас к анимакулам. Понятно. Теперь про то, где его и как достать. А для этого дела нам нужен уровень репутации 2 в Манштате. Показываю, открываем карту. Вот, вот это вот местечко, нам нужно отправиться сюда. И здесь у нас будет находиться Герта. И нам с ней нужно, естественно, поговорить. Какова моя репутация в Манштате? И у вас появляется меню. Вот у меня уровень репутации номер 2. И его достаточно. Заходим, смотрим. Тут у нас, допустим, рецепт тушеное мясо с яблоками. А тут уже сам чертеж. Как это дело поднять до 2 уровня? Все очень просто. Исследование мира, то есть вот, то есть у вас тут 420, сейчас 300, получите, выполните вот это вот, допустим, будет у вас 400, ну и так далее. Заказы на монстров различные, выбираете, идете уничтожать их. Просьбы жителей. И задание Манштата. Ничего сложного в этом, как я думаю, нету. А теперь нам нужно выйти отсюда, изучить данный чертеж и отправиться к столу алхимии. Вот наш алхимический стол, подходим, алхимия, естественно. И вот что у нас есть, камень эхо анимакула, и делаем. Не знаю, есть тут бонус у кого-то, у меня нет, бонуса ни у кого нет. В общем, создаем. Вы уверены, что хотите потратить семена одуванчика, сисилия, обломок кристалла на создание? Да, готов. Все, мы это дело сделали, все прекрасно, но такой, ребята, момент. Где это дело все найти? Сейчас обо всем подробнее расскажу. Начнем давайте с одуванчика. Вот как они выглядят. Но прикол в том, что чтобы их собрать, нужно немножко исхитриться. То есть, ну, что бы я ни делал, вы их не соберете. И тут еще моб. Сейчас, секундочку. Так, тут сундучок у нас будет, всякие вкусняшки. В общем, тут, как вы понимаете, сейчас был бой. Я использовал и воду, и лед, и электричество, и огонь, и нифига. Нам нужен герой, который имеет силу стихии анима. То есть, допустим, нам подойдет даже наш первоначальный персонаж, и с этим проблем у вас не возникнет. Заходим в отряд. После чего меняем кого-то рандомного. Готово. И... семена дуванчиков. Пожалуйста. Никаких проблем. И они встречаются, ребята, довольно-довольно... часто. Реально. А вот, собственно, и Сесилия. Она находится в основном вот в этой вот части. И в разных точках, допустим, здесь, 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 здесь. Проблем с поиском быть не должно. Вот, пожалуйста, еще Сесилия в довольно большом количестве. Собираем это все дело. И все это, естественно, мы сможем использовать в том, что нам необходимо. И где-то вот тут еще была. Но я сейчас чисто по памяти иду, точно вот не помню. Нет, тут уже нету. В общем, приложу картиночку. Что касательно кристаллов, вот этих вот, обломки кристалла. Вы можете, естественно, их собирать на экспедициях в Манштате, в Лиуэ, никаких проблем. Но можно собрать это дело все и руками. Сейчас покажу. Для кристаллов нам нужно отправиться сюда, я думаю, вы узнали это место. Это у нас логово ужаса бури. Они раскиданы здесь практически, ну, везде. Сейчас покажу, как они выглядят, если вы не знали, в виде самородков. Ну или как это правильно называется. Ну вот, к примеру, имеются. И вот, и вот. И спокойненько это дело все собираем. Есть тоже карта с их местоположениями. Естественно, тоже я это дело приложу, чтобы у вас не было, так сказать, проблем, и вы смогли себе зафармить довольно большое количество этого добра. Теперь, друзья, о том, как пользоваться данной штукой. Во-первых, нам нужно ее экипировать, потому что это является нашим инструментом. Нажимаем клавишу B, русскую I.
И здесь, в этом разделе, нажимаем «Сменить». Все. У нас это теперь есть. Мы осматриваемся, понимаем то, что вокруг никаких значков на мини-карте у нас нету. Нажимаем клавишу Z. И, как видите, у нас образовывается на карте круг. Круг поисков анимакула. И еще такой прикол, друзья. Эта штука не бесконечная. То есть, одну сделали, одну использовали и так далее. Это, конечно, ну, довольно неудобно, но это вам поможет. И теперь просто бегаем и ждем, пока на мини-карте у нас появится отображение. Бегаем. Бегаем. Продолжаем бежать. И вот у нас появляется. На карте большой, естественно, это не отображается. Отображается на мини-карте. Поворачиваем взгляд. И вот мы видим то, что он у нас тут имеется. Все, собрали. Теперь ждем перезарядки. Перезарядка здесь, друзья, 5 минут. Это довольно много. В принципе, ничего сложного. Единственное, что придется вам так пофармить в нормальном количестве, это одуванчики. И они, кстати, находятся еще рядом с воротами Манштата, прямо на входе. Это, конечно, время, но все же. Поэтому, ребята, когда путешествуете по миру, между заданиями, между фармом и так далее, собирайте все, что плохо лежит, абсолютно все. Это потом в любом случае вам пригодится, даже если вы сейчас об этом не знаете. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact. И со временем, друзья, будет больше видосов, больше, как я набью руку, как я прокачаюсь более-менее, тогда уже будут более серьезные видео. Также будут ссылочки на другие плейлисты по другим играм с данного канала. Допустим, Light Dangerous, Satisfactory, Factorio, Cyberpunk, Valheim и так далее. И еще там стримов дофига сейчас начинается. В общем, много чего интересного будет. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, искать себе компашку, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в Dota. Ну, я вас не осуждаю, сам играю в разные игры, в разные жанры, сеттинги и так далее. И еще, пожалуйста, пишите, какие видео вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.